О конкурсе для управленцев нового поколения Игорь узнал по телевизору. Сразу понял, пробовать надо. Учитывая, что за спиной многолетний опыт продвижения франшизы, собственный проект на все 360, обучение бизнес-навыкам и деловым компетенциям начинающих предпринимателей, сразил на повал и список наставников конкурса. Когда я увидел список людей, наставничество с которыми ждет победителей целый год карьерных консультаций, у меня аж мурашки взялись. Там и Герман Греф, Константин Эрнст, Федор Бондарчук, Сергей Кириенко, Сергей Лавров, Сергей Шойгу. Это топовая управленческая элита, у которых есть чему поучиться. Лидеры России – конкурс более чем масштабный. На отборочном этапе в Новосибирске из 300 участников остались лишь 10. Остальные отсеялись. Среди заданий – решение бизнес-кейсов и тесты на IQ. Когда ты действительно кажешься, то есть когда ты пытаешься быть лучше, чем ты на самом деле, когда ты там, если знаешь, что у тебя будут оценивать лидерский потенциал, то значит надо в любом задании хватать быструю инициативу на себя. Если тебя оценивают другие ребята по команде, а там действительно и так было, что так, значит надо понравиться команде. Если тебя оценивает эксперт, значит надо понравиться эксперту. Нет, это все отброшено. Финал лидеров России пройдет в Сочи уже совсем скоро. Старт 6 февраля. В этот день Игорю исполнится 29 лет. И лучшим подарком на день рождения будет победа. Владислав Кириенко, Роман Хайрулин. Новости.